Не приходит на дом врач или же не хочется стоять в длинных очередях на прием. У ульяновцев есть выход из этих ситуаций. С февраля центр телемедицины начал работать в новом формате. Если раньше телемедицинский центр работал на исходящий трафик, что это значит? То есть происходил дистанционный контроль посредством телефона пациентов той декретированной группы, которая уже болеет с подтвержденным ковидом, либо с негативным, но с признаками новой коронавирусной инфекции. Значит, а сейчас мы начали работу относительно входящего трафика. То есть пациенты могут позвонить на службу 122. Это служба распоряжения президента была создана порядка год назад. При звонке в службу 122 необходимо переключиться по линии номер один, если есть признаки острых респираторных заболеваний. Собрав картину самочувствия пациента, специалисты определят, что делать дальше. Либо наблюдать дистанционно, или же самим вызывать неотложку или врача на дом. Сейчас телемедицинский центр работает с 8 утра до 8 вечера. 52 сотрудника в штате, трое из них врачи. А большинство – это студенты медицинского факультета. Они работают операторами на телефоне. По мнению Тимофея Дьякова, работа в центре – это отличная практика. В условиях эпидемии мы не можем непосредственно контактировать с пациентами, и поэтому нам необходимо хотя бы в устной форме с ними общаться. Так как мы уже непосредственно имеем какое-никакое медицинское образование на 6-м курсе, мы можем в тяжелых ситуациях просить о помощи врачей, которые здесь у нас работают. С помощью специалистов центра теперь можно дистанционно открывать и закрывать больничный лист. Местные медики сразу связываются с врачами поликлиник и передают данные о пациентах. Мы не нарушаем никакие законы, ФСС, регламенты, порядки выписок листков нетрудоспособности. Пациенты осматриваются очно, безусловно. Но наша направленность сейчас разгрузить поликлиническое звено и регистратуры и максимально оказать населению Ульяновской области телемедицинскую помощь. Также через этот центр можно выписывать рецепты на лекарства без посещения медучреждений. За последние сутки к телемедикам обратились 3500 жителей Ульяновской области. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.